Уже несколько дней приемная комиссия Слонимского медицинского колледжа ведет прием документов от абитуриентов со строгим соблюдением санитарных норм в условиях пандемии. В этом году прием несколько уменьшен, но в связи с тем, что выпуск учащихся был меньшим, чем обычно. Общее количество будущих медработников в колледже увеличится на одну группу. Кроме абитуриентов из Беларуси, ожидают здесь и иностранцев, рассказывает заместитель председателя приемной комиссии Татьяна Юрчак. В этом году зачисление в колледж проводится по конкурсу среднего балла документа о среднем образовании, то есть по среднему баллу аттестата, с учетом имеющихся в нем отметок. Профильным предметом является биология. По биологии должно быть не менее 4 баллов в аттестате. В 2021 году у нас план набора составляет 220 человек. Из них на отделение лечебное дело 115 – это на бюджетной основе, и 20 человек на платной основе. На отделение сестринское дело план набора составляет 85 человек. Из них 75 на бюджетной основе и 10 человек на платной основе. На сегодняшний день, на 4-й день подачи документов, уже подано порядка, подали документы порядка 90 человек. Порядка 90 человек. Из них это на отделение лечебное дело 60 человек и на отделение сестринское дело 30 человек. С учетом эпидемиологической обстановки и необходимостью сокращения контактов и времени подачи заявлений в колледже организовано проведение обязательной термометрии, соблюдение социальной дистанции, организована возможность предварительного резервирования времени подачи заявления в удобное для абитуриента время и день подачи заявления. Это можно осуществить, позвонив по номеру телефона 5-18-68 и выбрать для себя наиболее удобное время. Срок зачисления абитуриентов в число учащихся осуществляется на бюджетной основе до 16 августа, на платной основе по 18 августа. Как обычно, в Слоним едут поступать из разных городов и сел. Колледж имеет высокий имидж, да и город манит спокойствием и стариной. Она приехала из Мостов. Во-первых, Слоним – это самый спокойный город, и медицинский меня всегда привлекал. То есть я готова помогать людям, это мне нравится.